Всем привет! Это вам информация, а это где? Муниципальный пляж Чайка. Пойдемте немножечко прогуляемся по Чайке. Как здесь прогуляемся, так и, конечно же, сходим по набережной немножечко. Там чебуреки прикольные были, выпеченные. Туры, пожалуйста. Желтая шапочка. Приглашает вас на водопады. Путешествие в наши горы. Искупаться в прохладной водичке. Вот такая вот погодка нынче на пляже. Такие маленькие волночки. Ну, прикольные. Понырять, попрыгать на волнах можно. На лагуде. Мелкие там что-то строят. Девушки на лице загорают. Скоро будет темненькая-темненькая, а пока беленькая-беленькая. Вон молодежь что-то там стаканами наполняет. Людей на пляже Чайка. Нормальненько. Вот, кажется, об ту яхту. Ладно. Не будем о грустном. Нужно море. Так, тут фотографируется. Будем отходить. Ну, пойдемте дальше. Парк-отель. Озеро Дивное. Веется гордый флаг. Хотел, кстати, зайти на территорию озера Дивного, но там что-то как-то было сегодня закрыто. О, на каком-то не нашем языке парни там разговаривают. О, кайфуют. Пойдемте туда вот, выйдем. И отправимся по набережной в обратку. Как видите, здесь достаточно просторно, очень много места. Зонтики, лежачки, навесы. Кто-то вон под спасательным пунктом вообще расположился. А мы все ближе и ближе к набережной. Очень жарко. Припекает конкретно. Пицца, парус, столовая, шашлык. Бунгало, такие Чайка. Они такие выгоревшие уже со временем. А это какие-то модные такие, прям чуть ли не дом. Здесь можно покормить рыбок своими ногами. Пиво, сыр, зеленое мороженое, кажется, уже показывал. Пиво, пивко, пивосюнин, пивосян и лимонад. Капиталистические песни, а вот надписи нету. Как я помню, спекли чебурек какой-то. Интересный был. А, нет, вот там дальше были. Дальше были чебуреки. Очень вкусно. Гласит эта надпись. Из чебуреков. Вот так вот. Вот и такая вот получилась у меня маленькая, коротенькая прогулочка по пляжу Чайка. Всем пока, всем до новых встреч. Пойду дальше. Ну, очень жарко, ребят, очень жарко. Хочется искупаться. Честное слово.